Дорога в поселке Измайлово в числе 7 в муниципалитете, которые отремонтируют в течение лета по губернаторской программе. В минувшие выходные на проезжей части от улицы Советской до Булатниковской полным ходом шла укладка асфальта. Всего рабочим предстоит привести в порядок участок общей площадью 17 тысяч квадратных метров и протяженностью более 2 километров. В данном случае на участке Советская проводились работы по укладке инженерных коммуникаций водоканала, там вот там, водяной трубы. И в данном случае асфальтобетон был разрушен. Люди на Добродели голосовали, эта дорога победила. Соответственно, голосование Добродел, и в данный момент уже ремонтируется. Для удобства автолюбителей работы ведутся в основном в ночное время. Погода вносит свои коррективы, но незначительные в данном случае, несмотря на мелкий дождь. При условии соблюдения технологий обновление дорожного полотна не останавливалось. На объекте трудятся 50 человек и 7 единиц техники, включая самосвалы, асфальтукладчик и 2 катка – 5-тонный и 10-тонный для уплотнения покрытия. Гарантийный срок на данный асфальтобетон – это щебеночно-мотечная асфальтобетонная смесь 16. Она инновационная, уже используется второй год. И в соответствии с этим у нее срок гарантии 6 лет. После окончания работ в поселке Измайлово дорожные службы продолжат ремонт Советской улицы в городе Видное и в поселке Развилка в районе деревни Ощерино. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.